Дорогие друзья, всех приветствую себя на своем YouTube-канале под названием «Мир биткоина», где вы можете увидеть самые успешные компании и ICO-стартапы. В сегодняшнем видеообзоре хочу вернуться к проекту, который называется Spring Roll. Если кто смотрел, я уже снимала ознакомительный видеообзор по поводу данного проекта. А в сегодняшнем видеообзоре мне хочется вам рассказать о партнерстве непосредственно Spring Roll с Deconet. Также хочу отметить, что Spring Roll – это платформа для работы, образования и навыков. Здесь вы также можете увидеть сравнение этих прекрасных трех отраслей данной компании, которые непосредственно связаны будут между собой. Давайте начнем, в принципе, о партнерстве. Что же такое компания Deconet? Это, в принципе, проект, который создает основу для разработчиков, то есть для покупки и продажи лицензии на программное обеспечение и IP-интерфейсов. Также для компаний, которые участвуют в конкурсах разработки продуктов. Непосредственно у вас на экране находится, в принципе, профиль, как же он будет выглядеть, Spring Roll, на платформе. Вот так вот вы можете его наблюдать, в принципе, так сказать, такой имеет вид у нас. Цель в принципе, компании Deconet – это построить инфраструктуру, чтобы мир мог иметь сеть разработки программного обеспечения, где каждый работает на себя и где работа с открытым исходным кодом может быть финансово жизнеспособной и независимой. Поэтому профиль Spring Roll будет интегрирован в Deconet, и таким образом пользователи могут убедиться, то, что они продают, что продают покупатели кода, которые они покупают, так сказать, и, в принципе, то, о тех покупках, так сказать, что они совершали в прошлом. То есть это увеличит доверие и шансы продолжения транзакций, поэтому Deconet также может подтвердить, что данный разработчик является владельцем, продавцом программного проекта. С ростом числа разработчиков комбинация, так сказать, Spring Roll и Deconet гарантирует, что они могут доверять опыту друг друга. Вот так вот это у нас будет выглядеть на схеме, вы можете наблюдать у себя на экране. Вот, и, в принципе, данные компании сотрудничают, потому что уверены друг в друге и, в принципе, надеяться на то, что они работают по программному обеспечению и по-настоящему это все открыто. В принципе, один из разработчиков данного проекта, Картик Цео, он говорит о том, что так как является сам разработчиком данной компании и участвует в огромной, в принципе, в огромных внесениях в данный проект и имеет огромную гордость за то, что действительно смог внести свой вклад в платформу Deconet для разработчиков. И проблема, с которой Deconet, в принципе, сталкивается, также ее решает, является довольно-таки длительной. И с поддержкой Spring Roll данный разработчик считается, что рынок Deconet станет гораздо более надежным и заслуживающим доверия, в свою очередь, у людей, которые непосредственно доверяют этим проектам. То есть это создаст более лучшую платформу для разработчиков. В этом уверен, в принципе, Картик. Давайте также непосредственно перейдем на техническую документацию, о которой я вам уже рассказывала. В принципе, если кто не смотрел видеообзор, мой первый, рекомендую вам с ним ознакомиться и, в принципе, просмотреть более детально все нюансы, а также аспекты данного проекта. Вот у нас выглядит непосредственно так техническая документация. Переходите и ознакомьтесь. Я считаю, что проект действительно является довольно-таки перспективным, имеет множество преимуществ. И хотя бы для того, чтобы, если вам интересен данный проект, для того, чтобы понять всю его суть, нужно как минимум с ним просто ознакомиться. Также переходите на социальные сети, такие как группа Telegram. Как вы видите, количество участников уже довольно-таки большое. Вот это говорит о том, что проект действительно интересный и много кого заинтересовал. Поэтому переходите непосредственно ссылки, которые я оставляю в описании. Смотрите мой первый видеообзор. Смотрите также о партнерах, которые доверяют данному проекту, которые верят в него и в его перспективы, в развитии также будущего. Поэтому непосредственно ознакомьтесь, изучайте. И если у вас есть какие-либо вопросы, пишите мне их под этим видео. Также пишите свои вопросы в группе Telegram и на ANN-ветке. Спасибо, что были со мной. Всем хорошего дня. Всем пока.